Посылка. А ты проще. Откроем? Посылка пришла, собственно, не мне. Я ее сделала по просьбе одной моей знакомой, которой тоже нравится продукция от Yves Rocher. И, собственно, ты наверняка уже знаешь, все эти вещи, они достаточно популярны среди тех, кто хотя бы раз, хотя бы несколько раз делал посылочку, да и просто по роликам на YouTube. Ты наверняка знаешь эти товары. Это вот такой гель для умывания, ромашковый. Мне он не подходит, но девочки с нормальной кожей, они просто от него пищат. Вот. Ну, у меня тип кожи другой, поэтому я не пищу. Также пришла новинка этого лета, этого сезона. Это вот такая вот водичка новая, туалетная от Yves Rocher, манго и маракуйя. Серия Plaisir Nature. Да, Plaisir Nature серия это у нас. Пахнет она... Водичка такая, сначала, когда ею брызгаешь, то такой запах мякоти маракуйи и манго, вот прям мякоти, но при этом он такой легкий, но при этом и насыщенный, то есть вот такой вот в противовес между собой вступают вот такие вот качества. И ну, после того, как он развеется, вот, минут через 15, остается такое послевкусие, очень похожее своими легкими верхними нотками на Flower Party туалетную водичку. Хорошая действительно водичка. Я сначала, когда себе заказала, эту вещь не оценила, но потом, когда стала прыскаться, то поняла, что это действительно стоящая вещь. У меня уже осталось... половинка только моей водички, и вот это моя знакомая, она моя коллега, разумеется, она видела у меня эту туалетную водичку, пробовала ей брызгаться, ей очень безумно понравилось, причем до такой степени, что она попросила сделать мне этот заказик. На этом все, что ей пришло, и дальше то, что я заказала моей маме на праздник. Это вот такой крем, лич-крем, для рук против морщин. А то услышит вдруг. Угу. У нас это проблемная зона. И вот я решила сделать такой вот, не знаю, хорошая вещь или нет. Ну, заодно узнаю. Теперь дальше подарки. То, что мне пришло в качестве подарка. Кремушек вот такой вот для ног, миниатюрка, это не полная версия, здесь у нас 30 мл, то есть вот такой вот он, приятного такого сиреневато-розового оттенка, запах у него нейтральный запах, кремовый запах, консистенция. Я пользовалась фрошевскими кремами для ног, но этот вроде не то крем новый, не то дизайн новый. В общем, что-то здесь новое. И очень-очень вот я на руке сейчас попробовала. А, надо же тебе показать, зачем. То что-то я растерялась. Вот такой он консистенции белый. Есть такой легкий запах. Вот. Сразу я не почувствовала сюбика, а вот сейчас на коже почувствовала запах лаванды. Люблю этот запах очень. Хотела его, если честно, отдать своей знакомой, той самой, которая заказ попросила сделать, но она не выносит запах лаванды, поэтому не буду я его отдавать. Также мне пришла вот такая малюсечка, масипусечка. Везет мне на малютке туши, потому что... Если ты видела мое видео о том, как мне пришел августовский глэмбокс, то мне, по-моему, от Герлен. В общем, тоже пришла тушь примерно вот такого размера. Там я не помню, сколько, какой был объем, а вот здесь у нас объем 2,5 мл. Ну, совсем еще пусенько. У меня есть тушь из этой серии, цвет коричневый. Я ее довольна, она дает одновременно и объем, и удлиняет. Хотя
Может, не дает. Мне просто особая техника нанесения туши, которая обеспечивает эту дугу в любом случае. А вот такая здесь кисточка, как бы коричневым ее вариантом взрослой версии, скажем так. Я полностью вот иду довольна, уверена, буду довольна. И этой миниатюрочкой обязательно ее попробую. Мне пришла туалетная водичка, кажется, она правильно читается Верени, поправь меня, если я ошибаюсь. Вот она такая, я ее никогда не нюхала, не пробовала, ничего, по-моему, это новинка, но я не уверена. Сейчас я ею помазюкаюсь и скажу уже тебе свои рискотеи. Интересный такой запах, пахнет чем-то очень приятным. Есть сладкая нотка. Такая даже немножко приторная, но вот эта приторность, она очень ненавязчивая, такая очень легкая, очень воздушная. Мне нравится. Такое... Такая вот свежая сладость, вот прям вот свежая сладость. Конечно, эту пользоваться только на лето, как я думаю, может быть, кто-то считает иначе, но водичка отличненькая, я себе поставлю галочку мысленную на этой туалетной водичке, и к следующему лету я ее закажу непременно. Она мне очень понравилась. Еще мне пришел пробник, мини-версия, миниатюрка, вот такая вот, эту туалетную воду тоже, если не все, то очень многие знают. В общем, это у нас туалетная водичка «Момент счастья». Я ее, по-моему, еще не нюхала, хотя, если судить по роликам других видеоблогеров, то... И Фрэше эту водичку достаточно щедро в пробниках рассылает. Однако я ее получаю в первый раз. Тихо, господи, какая маленькая, малюсенькая прелесть. Только взгляни на эту очаровашку. Это очаровательный маленький флакончик. Господи, да сколько же здесь? 5 миллилитров. Здесь 5 миллилитров. Вот такая вот эта чудеснейшая очаровашечка. Прямо вот такая... Люблю маленькие я вещи, грешница. Ну, ладно, хватит остагаться внешним видом, пора и понюхать, как ты считаешь. Мне вот очень нравится, что здесь не прыскалка, а вот такая вот дырочка. Здесь надо вот так. Так вот. Кокетка. Запах такой очень воздушный. Буду вся духлая, я буду пахлая. Так. Запах такой, хоть и свежий, но я в нем нахожу такую легкую-легкую нотку тяжести. На осень, зиму самое то. Но я бы не стала заказывать полноразмерную версию этой туалетной водички, потому что немножечко это не мое. Запах свежий чувствуется, что-то такое цветочное, но до такой степени воздушное, легкое, что почти не улавливается. Ну, немножечко такая перчиночка есть. Неплохие духи, обязательно буду ими осенью душиться. И мне пришла, это тоже, мне кажется, это новинка, вот такой вот пробник вот таких вот духов. Это у нас, как это читается? На русском нет. Не знаю, как это читается. Читается это вот так.
Даже не знаю, на какую часть тела наносить их, чтобы понюхать, потому что у меня все верхние конечности уже в духах. Ну, русский всегда найдет выход из ситуации. Мне нравится. Ой, тут и цветы, тут и фрукты я какие-то чувствую. Тут и этот откровенно летний аромат, очень воздушный, сладкий, но ненавязчивый и не приторный, но при этом легко чувствуется вот эта вся композиция цветов, фруктов. Очень классно. Ты знаешь что? Помнишь, я сказала про те духи? Не помню, про какие духи я это сказала. А, про бамбук. Я не буду их заказывать. Я закажу эти. Где ты? Я закажу эти. Они потрясающие, они волшебные, они очаровательные. Они... Я сейчас согрешу. Но они даже лучше, чем туалетная вода и земляничка презернатер. Можешь представить себе мое восхищение, если я даже земляничку ставлю на второй план? На этом у меня все. Ну и раз уж последнее, чем я рассказывала, это была чудесная туалетная водичка, в которую я влюбилась просто с первого взгляда, то я вспомню на прощание одно выражение. Звучит оно так: цветы цветут, когда этого хотят девушки. Я желаю, чтобы все, чего бы ты ни захотела, у тебя появилось, лишь бы это не несло зло в этот мир. В нем его и так достаточно. Так что добра тебе, дорогая, и пока.